это еще не Казбек гора, да? Там еще выше. Кажется, там вот вдаль все видно. Это, наверное, километров даже 100, в принципе, если так вот смотришь. Ну, в Минске я на дельтаплане летал. Ну, тоже нормально, но там, опять же, смотришь, далеко ты не видишь. А здесь горизонт открывается, ну, на много километров вперед, видишь все. Здесь, ну, и атмосфера может попасть, вот, климат. Гор, только горы. Ехал в Грузию, думаю, вот, ну, на работу, ну, вот приехать, посмотреть на Грузию, на горы. Вот что хотелось посмотреть на горы. Барашки тут пасутся. Ну вот, ну это туры, да? Ну это горные именно.
И барашки тоже заходят. Все. Все.